Трагедия произошла в сентябре 1950 года. Экипаж Ту-2 вылетел с аэродрома Леонидово на задание, и вскоре связь с ним прекратилась. Тогда поиски пропавшего самолета результата не дали. Экипаж считался пропавшим без вести. Летом и осенью 2023 года следователи и криминалисты Следственного управления приняли участие в экспедиции по поиску места гибели экипажа бомбардировщика Ту-2 на склоне горы Званка в Смирныховском районе Сахалинской области. В ходе проведенных поисковых работ участниками экспедиции были обнаружены фрагменты останков двух членов экипажа, элементы парашютной системы, обмундирование, личные вещи, в том числе кислородная маска одного из членов экипажа. В ходе дальнейшей работы следователями будет проведен ряд генетикоскопических исследований, направленных на установление личности погибших летчиков и их родственников. В ближайшее время следователи и поисковики продолжат работу на месте крушения советского бомбардировщика для отыскания останков погибших летчиков и увековечения их памяти.